Территорию лесопарка Дедылдина обустраивают для комфортного времяпрепровождения. А именно, делают прогулочные тропы, велодорожки, освещение для них, обустраивают место для прогулок с животными, а также точку для занятий спортом с современными тренажерами. Предполагается также комната матери ребенка, детская и смотровая площадки и многое другое. Все, что делается, делается с учетом определенных требований. Безопасность, доступная среда, видеонаблюдение, безопасный регион здесь предусмотрен. По секрету скажу пока, но это уже проговорился. Люди, которые, фирма, которая будет ставить безопасный регион, взяла на себя обязательство по бесплатному Wi-Fi. Для того, чтобы жителям можно было находиться в парке в любую погоду, сооружают закрытый универсальный павильон с кафе, зоной проката и со специальным местом для мангала. Все материалы, которые используют при строительстве, хорошего качества. Конечно, в ходе работы возникают технические недочеты, но их быстро решают на месте. Вот мы видим, как сегодня ставят перила. А предполагалось бортик. Бортик 30 сантиметров. Из улучшенной декинговой доски, это не полое, каблуком не прошибешь, это вот как бетон. И мы договорились с проектировщиками в прошлую пятницу, что вносим изменения в проект, узаканиваем это и ставим перила. И это наиболее безопасно, чтобы дети не вываливались с этой площадки. И чтобы вода не собиралась внутри борта этого, да, который предполагался, как бассейн получится. А чтобы вода просто уходила, когда будет дождь. Благоустройство некоторых зон в лесополосе уже завершили. И горожане с удовольствием гуляют в обновленном парке. Прекрасно. Оборудовали столько тропинок, дорожек с детьми. Жителям нашего города стало гораздо проще гулять и вообще приятнее. Все работы планируют закончить к 15 ноября. Для того, чтобы надолго сохранить объекты в первозданном виде, необходимо бережно к ним относиться. Юлия Стаферова, Кирилл Иванов, Гульнара Балаева, «Видное ТВ».